Большой поток людей с самыми разными симптомами. Такова привычная работа врача-терапевта, делится Наталья Михайлова. В университетской клинике Казанского университета она совсем недавно, с сентября. Прийти в разгар пандемии прямо с лечебного факультета было осознанным решением. Будучи студенткой последнего, шестого курса, она уже была готова помогать людям. Трудности какие? Это терапевт через, первостепенно все к нам идут, то есть... даже если им нужно другому врачу, они идут все равно через терапевта. Наталья Михайлова выросла в Башкирии, но училась в Оренбургском государственном медицинском университете. Определиться с выбором профессии помогли родители. К счастью, выбор был сделан успешно, ведь разочарований в профессии испытать не пришлось. Несмотря на то, что рабочий день терапевта может быть довольно трудным и затяжным. Очень многое вызывает на дом. Очень много пациентов приходит сюда. Если раньше было такое, то что у людей температура, они нет, отходятся, не пойдут, то сейчас это обязательно их с работы направляет, потому что уже к работе не допускает. Раньше такого не было. Естественно, вот этот большой поток людей на наши плечи как бы сложился. В дальнейшем Наталья Михайлова планирует поступить в ординатуру и стать более узким специалистом. А пока что необходимо сосредоточиться на работе терапевта, особенно сейчас, когда это так востребовано. Это все временные трудности, я так успокаиваю, потому что я надеюсь, что это временно, что все это преодолеется. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя и своих близких. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.